TV приветствует своего зрителя. Новое имя, новые лица и новые идеи ждут вас в этом сезоне. Меня зовут Карина Соколова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Курганский филиал Академии труда и социальных отношений посетил представитель Курганской области в Совете Федерации. Семинар волонтерского движения в стенах нашего вуза. Хэллоуин или канун Дня всех святых. Рэп-движение в городе Кургане. Граффити – искусство или вандализм? Знакомы каждому с рождения, робкий, нежный или страстный – поцелуй. И в заключение новости спорта. Студентам нашего вуза выпала редкая возможность задать свои вопросы представителю Курганской области в Совете Федерации и узнать, какими же качествами должен обладать истинный управленец. Сергей Федорович Лисовский возглавляет агропромышленный комплекс «Моссельпром», является вице-президентом Росптицесоюза. Это очень разносторонняя, интересная личность. Он увлекается гольфом, охотой, принимал участие в ралли «Париж-Дакар», входит в список 1000 лучших бизнес-лидеров страны, и это только малая доля его заслуг. Волонтеры нашего города встретились в Курганском филиале Академии труда и социальных отношений, чтобы поделиться своими наблюдениями и планами на будущее. Мотивация здорового образа жизни – останется здесь, зарплату в мире. Когда вы сходили в наш конкретизированный, за 11 до 13 лет. На сегодняшний день считается самым эффективным способом профилактики, это вовлечение молодежи в волонтерские отряды. Очень рады, что ЭТИСОН, Академия труда и социальных отношений, занимается развитием волонтерских отношений и заинтересована в благополучии даже не только своих студентов, но также и студентов всех учебных заведений на территории Курганской области. И это, конечно, как бы восхищает и радует, и дает определенные надежды, что в Курганской области волонтерство будет развиваться. Я бы хотела отметить, конечно, в обществе волонтеров очень интересно, я много узнала о волонтерстве, о его проблемах, о задачах, целях, обо всем. Мне, в принципе, мне очень понравилось. Языческий праздник, который ведет свою историю с дохристианских верований кельтов, любим и отмечается до сих пор. И студенты Академии труда и социальных отношений не исключение. 29 октября в клубе «Весы» студенты АТИСО празднуют Хэллоуин. Клубная жизнь постоянно набирает обороты. Появляются новые направления, группы и коллективы. Свидетелем рэп-баттла «На порядок выше» стала Елизавета Потемкина. С давнего времени в городе Кургане широкое распространение получило рэп-движение. Они все выставили, где она выступила, а мы заменили, и этот баттл у нас в голосах пятого славу.
сейчас даже решу два раза меня проверять. Это просто взять кальзамы, знать, что я выступаю довольно часто. Такой не упасть, ты бой попро, хорош уж, а у меня есть фантовый, идет по пятам, и что-то тянет вниз. Творчество всегда находит выход, но каким он будет, положительным или отрицательным, зависит от самого человека. В ситуации разбирался Михаил Лиманский. Вандализм или искусство, выплеснувшиеся на стены домов и гаражей города Кургана. Граффити – тема нашего сегодняшнего репортажа. Субкультура граффити ворвалась в наш мир не так давно. В принципе, каких-то 10-15 лет назад мы это видели еще только в иностранных фильмах. Старшее поколение людей считает, что граффити – это хулиганство. Но молодежь уверена в обратном, что это особый вид изобразительного искусства. Рисунки на стенах и домах – это способ самовыражения. Если это без пошлости, без всяких слов нецензурных, тогда это красиво, тогда это искусство. Я за развитие граффити как искусства и против тех вот граффити, которые являются просто андеграундом, никому не нужными творениями. Мне нравится, очень хорошие граффити бывают, иногда некоторые такие талантливые, просто есть гадость. Но все-таки наш город был бы красивее, если бы юные художники находили для выплеска своих эмоций и фантазий специальные места, а не жилые дома и магазины. А красивый город наталкивает на романтику и желание поцеловаться. Этот приятный и загадочный процесс – поцелуй, любим всеми. Он несет нашему организму и пользу, и вред, но всех его тонкостей до сих пор не могут изучить. Подробнее в сюжете Кристины Письменной. The emotion it was electric, and the stars they all aligned. I knew I had to make my decision, but I never made the time. No, I never made the time in the dark. So why? Exoneration lost its eraser, but my forgiver found the sun. In the twisted days that I take comfort, 'cause I'm not the only one. Longer, right in
Футбольная команда Курганского филиала Академии труда и социальных отношений в очередной раз удивила своим мастерством и сплоченностью и подарила болельщикам красивую игру. На протяжении нескольких лет команда «Несу по имени футболом» отстаивает честь нашей Академии. За недолгое время своего существования они добились этот сезон наша команда начинает с одной основы значит, в этом году мы неплохо учились, у нас появился играющий тренер Айданов Владимир. Поэтому я думаю, что это значит, что мы лично за тренерство продолжаем свою политику. Приведение с вами тренеру Владимир Владимирович Айданов остался доволен. Успех любой команды зависит напрямую от их болельщиков. Наши ребята тому не исключение. Болейте за наших, будьте в центре событий. Это все новости на сегодня. Помните, команда RTV делает свои новости для вас. С вами была Карина Соколова.